матрица А равняется круглая скобка. Высшая математика у доски педагог и сурдопереводчик. За партами первокурсники из ЖГТУ глухие. Им изучать науки труднее. Сначала смотреть и вникать в жесты, потом записывать. Вместе с ними предметы изучают и сами переводчики. Математика, химия, история, философия. Сложнее всего, наверное, философия, потому что там все в переносном смысле, и им надо это все подробно объяснять. Мария только пришла в профессию, окончила Сарапульский колледж и уже 2 месяца переводчик в Ижевском вузе. Она почти ровесница своих подопечных, помогает получать высшее образование и хорошую работу. Если, например, она будет с учебниками учиться, то слова некоторые она будет не понимать. Со словами и правда проблема. Новых слов все больше, и жестовый язык не успевает. В Республиканском обществе глухих сурдопереводчики взялись за разработку словаря. Сообща придумывают новые жесты. А самое известное теперь в мире слово показывают так. Корона и вот вирус. Что он распространяется везде? Корона, вирус. Просто наденьте маску. То есть вот маску показываем, получается. Ну, соблюдайте дистанцию. Получается, расстояние показываем. Сопровождение глухих в больнице теперь под запретом, поэтому вся помощь через смартфоны. Сурдопереводчики звонят за своих подопечных в регистратуры, делают вызовы врачей и онлайн присутствуют на приемах. Иногда врачи вообще бывает такое, что выхватывают у глухого телефон, и то есть мне вот по видео вот мне туда говорят, не надо с вами говорить, мне надо с глухим общаться, я ему должна переводить. А он просто иногда врачи выхватывают телефон. И разговаривают, я говорю, не надо с вами разговаривать, не надо глухого, чтобы я ему объяснила, может, у него какие-то вопросы появятся, чтобы я его могла задать. В Удмуртии сегодня на учете больше 2000 глухих. Им нужно в больницу, в банк, юристу, а сурдопереводчиков на всю республику 13 человек. То есть 1 на 1,5 сотни нуждающихся. Показатель в 3 раза ниже советского норматива. Работы много, идут в профессию, чаще дети глухих. Проблема им очень знакома. Зарплаты, говорят, неплохие. А еще эти профессионалы точно знают, живут не зря. Например, день очень неудачный, ты недовольна своей работой, но происходит такой момент, когда человек вот тебе тянется, и он тебя хочет обнять, и ты понимаешь, что ты сделал свою работу очень хорошо. Марина Баль, Юрий Зеленький. Новости.